В Нижневартовске появятся теплые остановки. С такой инициативой выступил один из местных предпринимателей. Стоимость одного комплекса составит от 350 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Все зависит от количества имеющихся опций. К примеру, система видеонаблюдения, скамейки с подогревом, Wi-Fi, информационного табло и кондиционера. Это будут первые теплые остановки, которые появятся в столице Самотлора. При этом все расходы на их покупку и установку берет на себя инвестор.